Друзья, я хочу вас познакомить с сортом, который, я так думаю, никто еще из вас не видел. Этот сорт называется «Металлика», и пришел он к нам из питомника в Рено. А вот как бы нам питомник тоже предлагал по нему запустить такую же программу, как бы дать имя, запустить по стране, но мне так понравилось это рабочее название «Металлика». Я не знаю, как автор будет его регистрировать, оставит это имя. Я ему его просила очень, оставь это имя, потому что как никакое другое, оно ему очень подходит. Значит, что из себя представляет этот сорт? Куст молодой, поэтому полную красу мы еще сегодня не увидим, но тем не менее это трехлетний куст. Но мы уже за ним в питомнике наблюдаем. Вот это будет четвертый сезон. 2 года он у нас сидел в контейнере. И вот в прошлом году мы его позапрошлом высадили. Вот он сейчас набирает силу. Но у него гигантские соцветия, и вы это прекрасно видите. Огромные-огромные цветки. У него присутствуют, конечно, немножечко фертильных, но они здесь все внутри. И вот эти гигантские цветки... Ну, это понаблюдаем начало цветения металлики. Хочу показать, видите, соцветия. Так вот где-то сейчас уже здесь 52 сантиметра мы замеряли. И ощущение, что он вообще состоит из одних соцветий. Да? Сейчас лист очень крупный, но из-за соцветий его практически не видно. И еще, находясь в полураспуске, очень быстро-быстро идет порозовение. В начале цветки такого лаймового оттенка. Каждый цветок огромного тоже размера. Вот такой вот небольшой кустик. Но даже мне нет возможности вам передать его агабистус, потому что он состоит только из одних соцветий. Вот ожидаемая всеми вами новинка, сорт из питомника Рено, автор Жан Рено, который, я думаю, ворвется на наш рынок очень бурно в следующем году. Алики и та-та-дам, посмотрите, вот соцветие. Не знаю, видно, нет? Я не знаю, сколько это сантиметров, 60? То есть... Я не знаю, это, наверное, рекордсмен. Мне соцветие, наверное, по колено. Нет, ну поменьше, но все равно. Вот, конечно, взрослые кусты. Вот, конечно, место, где ей хорошо. Красоточки пышные, но вот в контейнерах все-таки несколько по-другому. Познакомить с очаровательными хозяйками этих садовых центров, и они представятся сами. Елена. Елена Бойко, Гренландия, город Барнаул. Что у вас там, садовые центры? Да, у нас садовые центры. Но под роликом мы дадим ссылку на ваш аккаунт и на ваши... на ваш сайт. И другая Елена, видите, у меня сколько будет замечательных желаний. Елена из города Омска, давайте вы про себя скажите. Елена Иматаева, город Омск, садовый центр «Живой сад». Тоже ссылочку на их аккаунты мы дадим под этим видео. Вот имейте в виду. Добро пожаловать. Дорогие друзья, у вас сейчас есть уникальная возможность приобрести гортензию под названием «Металлика».
Это один из самых интересных сортов, полученный в мировой селекции. Вывел селекционер Жан Рено. Самый первый человек, кто ее показал, это, конечно же, питомник Лескова Татьяна Васильевна Смирнова. Благодаря именно Татьяне Васильевне мы имеем уникальную возможность лицезреть этот замечательный сорт под рабочим названием «Металлика». Очень надеемся, что это название останется и при регистрации этого замечательного сорта. Но, скорее всего, так и будет, как уверяет Татьяна Васильевна. От питомника Лескова «Металлику» мы будем продавать в 2024 году в мае месяце в контейнере P9. Цена будет 2500. От питомника Рено контейнер P8 мы будем продавать такие саженцы непосредственно в мае месяце 2024 году. Цена будет тоже 2500. Но именно сейчас есть уникальная возможность приобрести от садового центра Гренландия. Это от Елены из города Барнаул. Настоящую 100% металлику в двух размерах контейнерах. Это С2 литра, цена 4500. И С1 литр, цена 2500. Именно вот настоящая металлика, можно сказать, первозданная, из первых рук, которую вы можете сейчас уже приобрести, заказать, отправка из города Барнаул. Можно приобрести еще у нас каталог Лескова, второе издание, по гортензии. То, что в земле, здесь-то, конечно, они красоточки, пышные. Ну вот, в контейнерах все-таки несколько по-другому. То есть есть такие хорошие кустики, а есть вот они как бы послабее, поменьше, но я их не предлагаю. А вот такие вот хорошие, видите, вот, как бы, достаточно приличненькие. Это двухлитровые. We'll be right back.
Вот, дорогая. Видите, оно не заканчивается. А вспоминаю Мурсик, 38 попугаев. Реально. Сколько сюда попугаев? Вы понимаете, вот идет, конца не видно. То есть один цвет, вот просто цветы и даже листьев нету. Ура!